долго говорить. Это люди, с которыми мы начали совсем недавно. Они меня безмерно вдохновляют, и, надеюсь, вы нас достойно поддержите. Спасибо! The fucking Creek! Я буду вот так. Чубито то, чего нет. Я вижу в них радость, я вижу в них новый рассвет. Пока твой командир телевизор, меня здесь нет. Когда ты проснешься, ты не будешь больше в этой сети. Хочешь все настройки, тебе тогда же легче идти. Огонь с утра. На улице +40, на улице будет жара. Пока ты крепко спишь, но ты помнишь, что разбудит тебя. Эта песня полюбит, эта песня погубит тебя. Один полевой, одной кровью.
собой одной икрой. Ты живешь наравне с ветром, ты всегда одна в небе.
который принял мне всю жизнь. Ну, под него говорят. Следующая прекрасная песня называется «Страницы». Ну, Саша, больше об этом будет. И это сказка о потерянном времени. Закончим игру. Граффити, наркотик на каждом углу. Мы с тобою поставим иглу в углу на пластинку. И под эту музыку отправимся спать. Они слепо смотрят в оконце, они слышат музыку, она не звучит, только шелест листьев и прочитанных книг, и ветром уносятся прочь вырванные страницы. Естественно, мы
не можем поздравить всех и каждого. И сейчас хочется вспомнить слова Семёныча Высоцкого, когда он сказал, что конец — это чьё-то начало. Хоть многие считают, ну и как бы официально это известно, что днем основания и рождения группы «The Click» является 18 мая, но на эту сцену мы вышли 1 марта 2018 года, и в нашем составе был Алексей Корецкий. Мы бы хотели спеть тихую песню в память об ушедшем нашем друге. Подтягивайтесь, тихие песни поются глаза в глаза.
подходили к этой границе, но ни разу не посмели, не вышли за. Только раз поджигали свои колесницы. Зеркал, чтобы видеть свое отражение. Мы те, кто мы есть, и этим сказано все. Прелюдии в поисках истин, блажь на пути просветленью. Давай, возьми от жизни твое. Ветер в лицо и в что трещали, все убежали. Спасибо. Это такая прекрасная тема для разговора. Ну, закончим трилогию тогда. Собственно, следующая песня будет называться «Гетто». И во многом мы обязаны именно Алексею Корецкому в том, что она появилась в репертуаре. Краткая история. 2 года назад он ввязался в авантюру под названием «Катафест». А это такая штука, там, я боюсь ошибиться, но суть была в том, что музыканты кооперируются с операторами, режиссерами и снимают вместе какой-то материал. Можете себе представить, да? Они задумали там поучаствовать. Я предложил эту песню. В общем, долго не будем затягивать. Мы сняли клип за 4 дня, записали это все в студийном качестве, пошли на этот Котофест и взяли там 3-е место, хотя никто во что не верит. Погнали! Эй!
улице под землю сияю метро. Дети гетто в ржавых вагонах стареют под музыку фейков.
шагом нас перекрестив. Кто придумал?
финишировать эта девчачья песня, потому что она нравится девочкам.